Скажите, чтобы включился. Он сам не смотрит уже телефон. Он уже, видать, вот ушли. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем работу нашего постоянно действующего вебинара по формированию семейных ценностей у детей дошкольного возраста, подростков. И сегодня в программе нашего семинара присутствуют гости. Это Пигуль Галина Ивановна, профессор кафедры педагогики и психологии Хабаровского краевого института развития и образования, кандидат педагогических наук, доцент. Мы очень рады, что Галина Ивановна подсоединилась к нам. И она нам расскажет о векторах развития от семейной идентичности к идентичности гражданской. Поступающие, которые представители города Екатеринбурга, Боровских Вячеслав Владимирович. Сегодня у нас выступает заочно, но несколько лет назад у нас был в институте, выступал в очном формате. Некоторые педагоги, я думаю, помнят его, его яркое выступление, интересное выступление. И сегодня Вячеслав Владимирович расскажет о нравственном здоровье детей как векторе родительских усилий, откуда берется нравственность. Затем, когда Марина Ильинична познакомит вас с методическими аспектами, с теми понятиями, которые мы формируем у детей, это базовые понятия нравственности, совесть, честь, отзывчивость, как организуется диалог с учащимися и так далее. Затем школа номер 14 города Кемерово, педагоги Иванова Алена Олеговна и Корнеева Ольга Александровна представят свой опыт работы организации газеты и школьной газеты «Дружба 7.ру» по сохранению семейных ценностей. И затем заканчивает наш семинар Кицова Ирина Михайловна, это методист нашей библиотеки. Она расскажет о семейном чтении как источнике формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи. Но сейчас мы немножко... Так, коллеги, у кого-то включена камера... Микрофон выключите, пожалуйста. Сейчас только лектор должен быть включен. Поэтому слышимость немножко у коллег хуже. Поэтому у кого посмотрите на значок внизу, выключите камеру и микрофон. Так, так, а мы продолжаем. Мы вспомним те базовые национальные ценности, которые прописаны у нас в концепции духовно-нравственного воспитания. И одной из базовых национальных ценностей, это мы уже говорим на протяжении нескольких семинаров, это семья. Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших, младших, забота о продолжении рода. Значит, какие же... нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности заключаются в семье. Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, временную и важную роль. И нравственная основа семьи, мы видим на слайде, это уважение, понимание и то, что те нравственные основы, которые прописаны в концепции, о которых я уже вам сказала. Ну, сейчас я передаю слово Галине Ивановне Пигуль. Она познакомится с векторами развития семейной идентичности, идентичности гражданской. Так, Галина Ивановна, я сейчас вашу презентацию поставлю. А я уже включила. Ее видно или нет? Нет, пока на экране не моя презентация. Я сейчас... Ага. Вас делаю ведущим. Угу. Хорошо. Так, теперь ваша презентация. Угу.
Это мне надо сейчас... Так, теперь нажимайте внизу камеру и микрофон. Микрофон мы вас слышим, лица ваши. Мы не видим пока на камеру. Нажмите внизу, Галина Ивановна. Угу. Нажала. Так, сейчас вы появитесь на экране. А вот что касаемо моей презентации, вы не видите? Презентацию не вижу, сейчас я ее загружу. Ну, тогда давайте вы загрузите. Я загружу. Загружается презентация ваша. Хорошо, поняла. Так. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Можно начинать, да? Да, Галина Ивановна, можно начинать, но презентацию пока мы не видим. Так, а вот, а я вижу, вы уже выставили ее. Так, сейчас она у нас тоже появится. Видите, да? Нет, пока не видим. Еще раз повторяем. Так, ну, тогда вы повторите, да. Угу. Так, презентация. Вот, все, появилась презентация. У вас нету стрелочки есть листать? Нет, у меня нету стрелочки так. Листать, но я... Давайте могу... тогда я буду листать. Вы мне сигнализируете следующий слайд. Я далее... Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне очень приятно принять участие в таком прекрасном мероприятии. И тема сегодняшней встречи вы видите на слайде. И мне очень приятно озвучить слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, что чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную оседлость. И если не будет корней в родной стороне, будет много людей, похожих на... иссушенное растение, перекати поле. И действительно, вот на сегодняшний день, чтобы рассмотреть все-таки понятие идентичности, как она формируется, и как мы приходим к такому понятию, как гражданская идентичность, мне хотелось бы остановиться на вот том слайде, который вы видите, «Вызовы современности». Действительно, современные процессы глобализации и трансформации коренным образом – изменяют субъективные ощущения идентичности, сформированные в рамках прежних традиций. Поэтому проблема идентичности в современной науке – это одна из основополагающих тем фундаментальных и эмпирических исследований. И ученые сходятся в том, что не постигнув логики идентичности и специфики ее трансформации, невозможно понять современный мир и, в частности, Россию с ее поликультурным и многонациональным составом населения. И вот на сегодняшний день понятие идентичности как самоопределение индивидов и социальных групп в рамках российского государства описывается огромным количеством исследований. И наиболее распространенные понятия, характеризующие идентичность или идентификацию индивидов в рамках государства, это национальная идентичность и гражданская идентичность, о которой мы и будем с вами говорить. И в этом ключе важно рассмотреть систему отношений с миром и ее взаимосвязь. Следующий слайд, будьте любезны. И вот видите систему отношений с миром. И вот это конусообразный, или вернее эллипсообразный, да, это шар нам показывает, что как бы в центре этого конуса все-таки находится, эллипса, прошу прощения, все-таки находится семья. Именно через семью идет формирование, через семейные ценности, через традиции идет формирование и отношение к малой родине, а отсюда дальше и к государству, к мировому сообществу и, безусловно, к ноосфере, которую тоже мы с вами
в общем-то, должны в определенной степени беречь, так как от этого зависит вообще жизнь человечества на Земле. Ну и, безусловно, коль мы говорим, что центральным звеном в гражданской идентификации является семья, то мне хотелось бы рассмотреть семью в контексте как одного из главных социальных институтов, обратив внимание на те противоречия, которые встречаются при изучении современной семьи. И вот на следующем слайде, коллеги, вы можете увидеть вот представленные противоречия. Вы видите, с одной стороны, родители желают видеть своего ребенка воспитанным и успешным, но с другой стороны, мы наблюдаем низкую потребность родителей в знаниях о детско-родительских отношениях, о возрастных особенностях своих детей, о методах воспитания. С одной стороны, ребенок должен быть активным, интересным, умеющим дружить и так далее. А с другой стороны, мы наблюдаем инертность, пассивность родителей и безразличные отношения к интересам и жизни своего ребенка. Безусловно, родителями предъявляются повышенные требования как к педагогам, вопросам воспитания и обучения их ребенка, так и к самому ребенку. Но противоречие следующее мы наблюдаем, что недоверие и неуважение к педагогу минимизирует потребности и желания родителей коммуницировать с ним. Выросли финансовые доходы в семье, приумножив свою собственность. Но опять же мы видим, что при этом упала нравственность, ценности. Погоня за количеством привела к потере духовной составляющей качества жизни. И вот вы видите внизу, я написала, наши дома выглядят красочно снаружи, но в них живут разбитые семьи и дети, которым не хватает родительской любви. И главный дефицит нашей жизни – это, безусловно, дефицит любви. И вот продолжая дальше, мы можем сказать, что, безусловно, духовно-нравственное воспитание и гражданина России лежит в первую очередь на семье. И вот если мы посмотрим на исследование Светланы Воротиловой «Волгоград», то мы можем увидеть, что вызревание российской гражданской идентичности становится возможным при целенаправленном изучении семейно-родовой истории во взаимосвязи с историей Отечества и осмыслением биографии своих предков как родословных граждан Российской империи, Советского Союза, современной России. Семейная родовая идентичность указывает на принадлежность индивидуума к определенному клану, роду. Семейная идентичность к фамильной группе. Это требует соотнесения себя со своим семейно-родственным окружением, осознанного восприятия себя звеном в цепи поколений и готовности к принятию и трансляции в поколениях семейного и кланового капитала. И вот на следующем слайде мы можем увидеть именно понятие, что такое семейная идентичность и, безусловно, ее компоненты. И вы видите, вот один из компонентов – это структурный. Следующий – это эмоционально-оценочный и когнитивный. То есть представляет образ себя, который может рассматриваться с объектной и субъектной позиции, когда я как бы дистанцируется от себя, объективируется и оценивается. То есть вот действительно, как это будет сформировано в семье, насколько ребенок будет понимать историю своей семьи и ее роль в развитии государства, так и будет, в общем-то, сформирована семейная и в будущем гражданская идентичность. Формирование российской идентичности должно основываться на учете отечественного опыта многонационального государства, на понимании исторических, культурных, социальных, политических, экономических, конфессиональных особенностей каждого народа, на поиске баланса
между государственной и этнической идентичностями, на активизации гражданской компоненты как фактора преодоления процессов ассимиляции, замкнутости и враждебности по отношению к другим культурам. Российская гражданская идентичность – это идентичность переживающего за судьбу России индивидуума, основанная на признании им принадлежности к Отечеству и заключающаяся в соотнесении им собственной судьбы с исторической судьбой России. И вот дальше, коллеги, мне хотелось показать, через что и как развивается, как формируется. Вот на данном слайде представлена схема семейных ценностей и традиций. И вы видите, верхний этаж – это супружество, родительство и родство. И вот встречающиеся стрелочки. Так вот, что касаемо родителей, родительства, посмотрите, тут ценность детей и воспитание детей в семье. И именно вот эти две ценности соединяют традиции, что благодаря тем традициям, которые в той или иной семье присутствуют и будут формироваться не только семейная идентичность, но через семейную идентичность и будет формироваться гражданская идентичность. Дальше ценности семейных отношений. И следующий слайд, коллеги, безусловно, показывает, что педагогический коллектив образовательной организации призван формировать у детей семейные ценности, а у родителей педагогические компетенции необходимы для формирования гражданской идентичности ребенка. И вот здесь я предлагаю разные блоки с разной тематикой и разными формами. И, безусловно, дальше следующий слайд нам показывает... Нет, верните, пожалуйста, еще назад. За этим слайдом там идет воспитательный потенциал семьи. И вот действительно воспитательный потенциал семьи там показывает и роль, вот воспитательный потенциал семьи, и личный пример родителей, и разумная организация и досуг семьи, эмоционально-нравственный климат в семье, образ жизни семьи, ее уклад, традиции, внутрисемейные отношения. И, безусловно, вот как бы подкрепляя вот эти компоненты, то есть воспитательный потенциал семьи, слова Льва Николаевича Толстого, который отмечал, что истинное воспитание ребенка в воспитании самих себя. А семья – это та самая среда, в которой человек учится и сам творит добро, отмечал Василий Александрович Сухомлинский. И вот дальше следующий слайд, который я уже прокомментировала. И дальше мне хотелось бы отметить, что структуру, я уже прокомментировала этот слайд, что структуру российской гражданской идентичности образуют взаимосвязующие компоненты. Это когнитивный, ценностный, поведенческий, а функциональная составляющая представлена адекватными функциями. Это ориентирующая, систематизирующая, обобщающаяся, рефлексивно-оценочная, ценностно-мотивирующая, деятельностно-практическая. И вот, коллеги, вы видите, опять же, что вот благодаря воспитанию в семье и формированию семейной идентичности формируется и российская гражданская идентичность, которая, опять же, включает в себя ряд компонентов. И вот один из главных, я выделила шрифтом, один все-таки из главных компонентов – это семейный. Безусловно, этнокультурный, социокультурный, государственный, поликультурный. То есть это те компоненты, которые связывают Россию в единое целое. Следующий слайд вам представлен литература. Безусловно, это та литература, которая поможет вам глубже изучить не только рассматриваемую тему, но и взаимодействие семьи и образовательной организации. Как же все-таки сделать так, чтобы именно в единой связке была семья и родители. Ну и, конечно, финальный слайд, коллеги. Это с вами взаимодействует Галина Ивановна Пигуль,
Благодарю вас за внимание. И вот все мои контакты, кто пожелает, как говорится, со мной продолжать сотрудничество, я буду очень рада и еще раз благодарна за то, что мне предоставилась такая возможность с вами покоммуницировать. Все. Спасибо большое, Галина Ивановна. Я уложилась в свое время. Спасибо. Очень интересная информация. Вот коллеги уже пишут, реакция пошла обратная. Поэтому я еще раз обращаюсь к коллегам. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Галина Ивановна постарается вам ответить на ваши вопросы. Если более глобальные вопросы, которые мы не успеваем ответить, Галина Ивановна оставила любезно свои контакты. Поэтому можете обратиться. Она человек безотказный, всегда готова всем помочь. Душой и телом очень добрый и хороший человечек. Спасибо, Галина Ивановна. Доброго вам. А мы переходим к следующему выступающему и предоставляем слово Боровских Вячеславу Владимировичу. Сейчас Вячеславу Владимировичу я даю микрофончик, переключаю. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за возможность участвовать в этой конференции, в этом мероприятии. Да, действительно, я уже был в городе Кемерово, и мне там очень понравилось. У нас там было много интересных встреч тогда в мою поездку. Вот, и рад выступить сегодня перед вами по той теме, которая сегодня заявлена. Тема очень важная и, на мой взгляд, судьбоносная для нашего народа, для нашего государства. Если мы сейчас, вот в этот такой ответственный переходный момент, который переживает наша страна и весь мир, не определимся с вопросами нравственности, с источниками ее происхождения и с тем, как мы можем использовать наши традиционные духовно-нравственные ценности в семейном строительстве и в том числе и в воспитании наших детей, то тогда у нас, как у народа и государства, будущего может уже и не быть. И мы с вами уже чем дальше, тем больше видим, что все наши проблемы, трудности и все кризисы, которые переживает наша страна за всю ее историю, они так или иначе имеют духовно-нравственную подоплеку. Есть такое выражение, которое используют, которым пользуются богословы и наша святоотеческая традиция: «Дух творит себе формы». И моя задача сегодня, за то время, что мне выделили, рассказать о общепринятых, общепризнанных и уже зарекомендовавших себя во времени с самой положительной стороны представлениях о нравственности как таковой, об источнике нравственности и о том, как человек может вписываться в какую-то систему нравственных ценностей. Но для начала нужно сказать следующее, что объектом нашего внимания является человек. В первую очередь человек. Если мы говорим о семье, то там мы имеем в виду мужа, жену и детей. И человек, и мы это должны знать, имеет определенное устройство. Мы должны понять, где находится нравственность в человеческой природе и откуда она там взялась. Если вставать на медицинские позиции, я принадлежу как раз врачебному сообществу, то человек воспринимается там как биологический объект, у которого нет ничего, кроме того, что считается суповым набором, кроме мозгов, мышц, костей, кровеносных сосудов и всех внутренних органов, жизненно важных и второстепенных. И поэтому найти в этой конгломерации органов и систем нравственность
представляется очень трудной задачей. Но если мы все-таки встанем на традиционную систему представления об устройстве человека, а это как раз то, чем я занимаюсь как психотерапевт, который создал и применяет метод нравственно ориентированной психотерапии, основанной на православном вероучении, то тогда человек предстает перед нами в гораздо более интересном виде. Медицина считает, что высшим уровнем саморегуляции человека является психика. Это наш ум, чувства и воля. И медицина относит это к отправлениям центральной нервной системы, то есть к коре головного мозга и к подкорковым структурам. Это, на мой взгляд, беда для нашего самосознания и для нашего образования и для воспитания будущего поколения. Это просто, мягко говоря, ложная такая мировоззренческая предпосылка и ложное представление человека о себе. Психика не самый высокий уровень саморегуляции человека. Выше психики, то есть выше того, что мы относим к душе человека, существует нравственность. Нравственность – это более высокий уровень саморегуляции человека. И даже нравственность – это не самое высокое, что у человека есть. Выше нравственности существует человеческий дух, которым определяется нравственность. И вот вся эта духовно-нравственная сфера человека – она является высшим органом саморегуляции человека, от которого зависит, от состояния которого зависит все, что ниже. И психика, и физиология, все до последней химической реакции. Нравственность так же сущая человеческой природе, как и все остальное, что есть. И ум, и чувство, и воля, и все наши телесные свойства. Это точно такое же неотъемлемое, онтологически присущее человеку свойство – нравственность. То есть это то, что вложено в человека как в замысел о нем Творца. И поэтому, хотим мы или не хотим, но человек – существо нравственное. И вот здесь надо понять, что такое нравственность. Мы все говорим о нравственных ценностях, мы говорим о нравственном воспитании, что в основе воспитания должна лежать нравственность. Вот давайте поймем, что это такое. Нравственность – это свободное самоопределение человека по отношению к добру и злу. Как он может это сделать? Что у человека есть такого, что может ему помочь так самоопределиться? А это то, о чем сегодня вот уже говорилось. Это совесть. Совесть – это как раз и есть то нравственное чувствилище или тот нравственный орган, который есть у каждого человека просто по природе, от рождения. И в нашей христианской традиции совесть называют голосом Божьим в человеке. То есть совесть безошибочно указывает человеку на уклонение его от того замысла, задания, которое у него здесь есть. Мы не знаем своего призвания, своего места на земле, не знаем плана своей жизни. С нами Создатель наш не поделился на эту тему. Но у нас есть то, чем мы обнаруживаем уклонение от этого замысла. Это как раз совесть. Мы ее считаем неким нравственным навигатором внутри нас. Но если бы совести одной было достаточно для того, чтобы человек жил и развивался полноценно как личность, как нравственная личность, и благоукрашал территорию своего обитания, это нашу планету, то тогда, наверное, история имела бы совсем другое содержание. Но в том-то и дело, что с человеком на заре его истории, на заре истории человечества произошла катастрофа, которая называется грехопадением. И в результате этой катастрофы связь человека со своим Создателем, с Богом, испортилась, а лучше сказать, прекратилась. И
И совесть уже не является вот таким безошибочным и надежным органом нравственной регуляции человека. Поэтому мы видим, из чего состоит наша история. Мы говорим, история человеческого рода написана кровью. И первое, что произошло между ближайшими потомками наших прародителей, падших, Адама и Евы, это было... зависть, ненависть и убийство. Старший брат убил своего младшего брата Авеля. И, в общем-то, этим был задан весь лейтмотив человеческой истории. И если бы не какое-то особое, чрезвычайное обстоятельство, то, наверное, от рода человеческого уже бы никого не осталось. Так вот, этим обстоятельством чрезвычайным было божественное откровение. Откровение божественного нравственного закона, которым мы 3500 лет пользуемся как некой своей нравственной конституцией, как некой нравственной должностной инструкцией. Это писанный нравственный закон, который чаще всего в простонародье называют 10 заповедей. 10 заповедей Божьих. И именно благодаря тому, что у нас есть этот писанный закон, с которым мы можем сверять действия своей совести и очень чутко реагировать на уклонение нашей нравственности в ту или иную сторону, в общем-то, мир и существует. Люди сохраняют свою человечность, они создают цивилизации, например, такая, как вот наша русская православная цивилизация, которой 1000 лет, как вообще христианская цивилизация, которой 2000 лет. Мы знаем, что существует исламская цивилизация, которая в основе нравственности имеет тоже 10 заповедей тех самых. Мы знаем, что и иудеи придерживаются этих 10 заповедей. То есть большая часть рода человеческого, она живет так или иначе по этим заповедям. Народ как народ сформировался, был создан, мы создали свою культуру, в том числе и свою семейную культуру, только благодаря тому, что в основе нашей нравственной регуляции лежала не только совесть, которую мы тоже приводим в порядок, будучи христианами, но главным образом вот этот писанный нравственный закон. И до сих пор люди, верующие люди, даже неверующие люди, они знают, что такое 10 заповедей, и так или иначе свою жизнь выверяют по ним. И когда мне приходится заниматься вот своей работой, скажем, в школьной аудитории, а школьная аудитория – это наши будущие мужья и жены, и будущие родители. Поэтому проводить с ними вот такую работу, которой занимаюсь я, как врач, занимающийся нравственно-ориентированной психотерапией, считается очень важно. И мы как раз говорим там о нравственности. И обнаруживаем, что представление о нравственности у подрастающего поколения чрезвычайно поверхностное. Я уже не говорю об их родителях, потому что их родители тоже не воспринимали того, что воспринимали когда-то наши предки, как основу духовно-нравственной жизни своей, увы. Мы вышли все из советского прошлого, когда богооткровенная нравственность была просто запрещена. Поэтому мы сейчас просто разгребаем духовно-нравственные завалы в человеческих душах и абсолютную неразбериху нравственную и полную сумятицу. Каша у нас по поводу нравственности у подрастающего поколения и у их родителей просто нет никакого ясного здравого представления. Не о том, что это такое и откуда взялось в человеке, как этим пользоваться. И когда начинаешь говорить с подрастающим поколением о нравственности, то боишься начинать сначала, боишься говорить о первой нравственности, о первой заповеди, которая гласит: «Я есть Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Оказывается, что человеческая нравственность в основе своей имеет выстраивание отношений человека с Богом. И если эти отношения не будут выстроены, то обо всех остальных заповедях
нравственного закона можно даже не вспоминать. Это бесполезно. Вот однажды мы в своей истории попробовали во время своего советского периода жизни выстричь из 10 заповедей первые 4, которые касаются отношений человека с Богом, и оставить остальные 6, которые касаются отношений человека с человеком. Ну, как несколько десятилетий мы смогли просуществовать на этом нравственном кодексе строителя коммунизма, на общественной морали советской, которая была построена именно на этих 6 заповедях, начиная с 5. Но мы видим, что мы не сохранили ни народа, ни нации, ни государства. Через несколько поколений людей, через 3 поколения людей мы все это утратили. Все, что насобирали наши предки, жившие по 10 заповедям, то есть по всей полноте нравственного закона, мы за несколько десятилетий благополучно растратили. И сейчас мы находимся у разбитого корыта, и нам приходится свое общество, свой народ, по сути дела, реанимировать, заново воссоздавать на тех духовно-нравственных ценностях, на которых он когда-то и был создан как народ. И вообще как явление природы. Наш народ и наше великое государство, которое уже в 17 веке, в концу 17 века, занимало 1/6 часть суши. Вот это принципиально важные вещи. Если мы будем менжеваться на эту тему, если мы будем думать, что нравственность – это что-то извне привнесенное в человека, что совесть – это то, что необходимо в человеке культивировать и воспитывать, а так на самом деле человек бессовестный, и мы эту совесть ему привносим тоже с помощью каких-то культурных ценностей, культурной информации, эстетического воспитания, исторического его воспитания, как человека, осознающего себя в истории, то мы ничего не достигнем. Нет, это все было в советский период, мы все это проходили, все это закончилось ничем. Все это закончилось деморализацией нашего общества. И в этом состоянии деморализации наше общество до сих пор пребывает по большей своей части. Вот. Поэтому сейчас, особенно последние события, происходящие в мире и в нашей стране, они, на мой взгляд, выбивают последние подпорки под материализмом как мировоззрением. И нашему народу сейчас не остается никакого другого варианта, как только возвращаться к своей традиционной тысячелетней духовно-нравственной культуре, основанной на христианском мировоззрении, на христианском, на богооткровенном. И мы должны не только заниматься ликбезом духовным, но мы должны создавать национальную идею, в основе которой лежали бы те цели, те смыслы, которые заложены в человеческую жизнь не самим человеком, а Богом, который человека задумал и создал для себя, чтобы приобщить его той жизни, которой живет сам, совершенный, блаженный, вечный. Если наши дети от родителей или воспитателей или учителей в школе будут узнавать, что цель и смысл человеческой жизни выходит за рамки человеческой жизни и имеет бесконечный характер, что жизнь человека безгранична, она никак не заканчивается, и что за все, что происходит с нами здесь, в нашей временной жизни, за эти несколько десятилетий, что мы здесь живем, от рождения до смерти нашего тела, зависит наша весь безграничный, что за каждое слово, которое мы произносим, нам придется держать ответ перед нашим Создателем, и мы будем там не просто краснеть, а нам будет очень и очень плохо наши нераскаянные грехи, вот так мы получим новое, здоровое, духовно-нравственно здоровое поколение людей. Тогда у нашего страны еще будет будущее. Если сейчас эту духовно-нравственную основу не заложим в воспитание наших детей, то тогда и мы, Россия, и весь мир выходят на финишную прямую, и можно, в принципе, больше ничем не заниматься. Ни экономикой, ни политикой, ничего хорошего все равно нас уже не ждет. Но я в этом смысле как раз оптимист, и я уверен, что
то, что мы сейчас переживаем, и даже то, что мы сейчас вот с вами собрались и говорим на эту тему, это хороший прогностический признак на будущее. Это значит, что все-таки в нас еще живо то, что было собрано за тысячу лет нашими предками, как некий духовно-нравственный потенциал, как вот эта вот духовно-нравственная инерция, которая удерживает нас от разнуздания наших страстей и возвращает нас на исконные нравственные принципы нашей жизни. Поэтому я думаю, что у нас еще будет с вами великое и славное будущее. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. Вячеслав Владимирович, там есть вопросы в чате у нас. Как мне их увидеть? Прочитайте. Образование должно поменяться, если реализовать вашу концепцию. Как вы считаете, нужно менять образование? Во-первых, то, что сейчас с нашим образованием происходит, это как раз его замена. Замена на что-то такое, что образованием назвать нельзя. Слово «образование» имеет в своем корне образ. Образ Божий. И в нашем народе образование никогда не понималось раньше иначе, как формирование в человеке, как образе Божьем, сходство с первообразом, то есть с Богом. Человек призван стать похожим на Бога. Вот как сказано в Евангелии самим Христом. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И если мы не познакомимся с Богом в лице богочеловеческой личности Иисуса Христа, то у нас не будет образца для подражания. Мы не знаем, не будем знать, какое образование нам создавать. Что это за первообраз такой, которому мы должны подражать. А вот тот пакет знаний, информации, школьной программы по усвоению целого пакета, последовательного усвоения целого пакета знаний, необходимых человеку для того, чтобы это было важным дополнением к его нравственному воспитанию, то есть к его образованию. Это, конечно, тоже требует серьезной коррекции в нашей системе образования, или лучше сказать, в системе просвещения. Просвещение ведь тоже в основе своей, в корне имеет свет. И наша духовная традиция никакого другого света, кроме света Христова, не знает. Как сказано в Евангелии от Иоанна, свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Ну вот. И для нас единственным светом является свет Божественный. По нашей культуре. Вот в эту сторону должно меняться наше образование. Мы должны приводить в соответствие этот термин с изначальным его значением. Спасибо большое, Вячеслав Владимирович. Так, Олег, если еще и будут вопросы, пожалуйста, напишите и получите ответ. Спасибо большое. Так, теперь мы предоставляем слово следующему выступающему. Это Картава Марина Ильинична. Она нам расскажет о методической составляющей, как работать с теми базовыми понятиями нравственности в образовательной организации. Мы с вами прослушали теоретически два подхода к теме формирования семейных ценностей. Но теперь перейдем к практике. Так, доброго всем дня. Кто помнит, мы с вами работаем уже не первый раз по этой теме. Такой у нас вебинар идет второй
год именно по теме семейной ценности. И что я могу вам сказать? Можно маленько. Я тоже хотела бы начать сначала с таких базовых понятий, которые меня волнуют, потому что мой опыт просветительский, он достаточно долгий, то есть это постоянное посещение подростков, именно подростков, то есть возраст это 14-17 лет, ну, иногда и 18 лет бывает, и я этот опыт представляю, программа «Достучаться до сердец» называется, к сожалению, с маленькой буквы написала, заметила, простите. Итак, программа «Достучаться до сердец», возможно, вы слышали об этой программе. Она такая многопрофильная, в нее входит еще много других всевозможных курсов, циклов. И базовые понятия для моей, вот для моей деятельности – это, конечно, душа, потому что мы работаем в поле вот, духовное и нравственное воспитание. Я развожу эти понятия духовно-нравственное, да, и понимаю, что если мы говорим о нравственности, то мы, безусловно, работаем с душой самого ребенка и, конечно же, с мировоззрением его. То есть впечатление, которое он получает вот, именно своей душою, он далее, по идее, вот, по нашему замыслу педагогическому, должен идти в мировоззренческие установки. Ну и дальше вы видите, что в центре понятия ценности, то есть то, что мы доносим им, вот, например, сегодня мы будем говорить об этом, да, то есть ценности совести, там, чести, целомудрия, допустим, все это для меня сакральная встреча такая, да, то есть мы понимаем, что душа ребенка, подростка, она встречается не со мной, а с ценностью, и эта встреча очень значима. Ну и работаю я через два важных таких метода. Это метод кинообраза, который, напомню, у нас это и коллажи, и ролики, и клипы, и фильмы, и короткометражные фильмы, очень разнообразные образы, которые мне важны бывают, и выступления, чьи-то вырезы из выступлений, и диалога. То есть эти понятия концептуальные важны, потому что сегодня же мы скажем о методических приемах. И вот дальше я бы еще достаточно быстро хотела пройтись по тому, что я увидела. Мой опыт примерно 10 лет как просветителя. До того я была педагог, а потом уже стала педагог-просветитель. И я понимаю, что сегодня вот от семьи, что идет, какие опасности или вредности для души наших вот подростков, наших воспитуемых уже в образовательных учреждениях. Это проблема любви. Вы читаете сами, а я буду только быстро комментировать. Проблема любви. И очень сложно сегодня родителям найти меру. Это родительские зависимости от гаджетов. Вы знаете, сегодня эта проблема настолько серьезна, потому что, оказывается, родители, которые не смогли до рождения ребенка остановить себя вот от зависимости, от того, чтобы жить постоянно с гаджетом в руках, находиться, они не делают ребенка в первый год жизни, потому что гаджет — это то, что тянет родителя, маму, она не может, ей хочется брать его в руки, нужно листать, смотреть. Это значит, нужно либо прятать от ребенка, либо самой прятаться, когда она, чтобы ребенок не увидел ее и не просил эту игрушку, а он просит ее. И вот вы знаете, я вот в последнее время общаюсь с мамочками, моими учениками бывшими, и они страдают от того, что они не понимают, что делать им с ребенком скучно, тяжело, потому что не умеют с ним играть, а потому что зависимость от гаджетов тоже у самих родителей. Ну вот такие маленькие примеры, и мы понимаем, что вот вы прочитали, наверное, что вот очень такие позиции критичные, вот мой ребенок должен быть не хуже других, мы постоянно об этом слышим, да, осуждение взрослых, конфликты, вот высокий градус претензий к ближним, но все это, конечно, говорит о дезориентации родителей в вопросах воспитания, то есть это последняя позиция, по сути дела, она показательна, это всеобщая вот эта вот наша тенденция дезориентации родителей в вопросах воспитания, особенно нравственного воспитания. Что же им давать-то, вот какой ключ-то? Но самое опасное, вредность, это все-таки забвение самим родителям того, что у его ребенка есть душа. И эта душа, она постоянно требует особого питания. Воспитание — это есть питание души. И вот то, что она требует, именно питания, а ей его не дают.
этого питания сами родители, да, потом она начинает искать этого питания, потому что она не может быть пустой, она же по определению душа, она же как святое место, оно не может быть пусто, оно поэтому будет что-то, что наполнять, восполнять уже недоложенное, да, самим родителям. И тогда вот мы видим, что здесь идет атаки на душу, и душа подростков сегодня совершенно тоже дезориентирована, потому что нравственную норму, к сожалению, как смысл воспитания не показали. И вы знаете, я здесь хотела бы... Это тенденция. Я, конечно, не говорю категорично ни о чем. Есть и достаточно много нормальных родителей, старающихся, но тенденция, она вся показательна. И она... к сожалению, не в лучшую сторону. И вот, знаете, можно говорить о нравственной норме. Я вот буквально вчера так сидела много так, думала об этом, готовилась. А можно говорить о норме нравственности. И вот вы знаете, вот нравственная норма — это константа. Это то, что нам вот как раз дано в заповедях Божьих, да, ну, вот если еще выше говорить о духовной норме, вот, но все-таки нравственная норма, она достаточно универсальная. Это универсалия, константа нравственная. А вот норма нравственности — вот игра слов такая, она сегодня совершенно шатается, потому что сегодня вот эта нормальность, так называемая нормальность, ненормальная, да, она сегодня воспринимается как норма нравственности, что можно все пробовать, и то, что является грехом, оказывается, это является для наших подростков нормой. Это только чисто я вот пунктиром обозначаю все. Ну вот что же тогда не может навредить душе ребенка в этом плане? Ну, конечно, те общие позиции мы понимаем, да, то есть совместный труд, отдых, чтение добрых, обсуждение добрых книг, фильмов, поездки на концерт, чего сегодня практически нет. Сегодня дети маленькие отданы на откуп своим гаджетам, и они смотрят, что хотят. И когда я встречаюсь с классами, ну, начинаю встречаться примерно с 6 класса, это дети уже вот 11-12 лет, и спрашиваю, что они знают из нашей отечественной классики мультипликации, практически не знают то, на чем выросли мы. Но они знают совершенно все другое, то, что нам даже страшно смотреть нашему поколению, а они и считают это нормой. Ну вот и теперь мы потихонечку с вами переходим уже к нашим темам. Вот посмотрите, мы говорим о том, что нравственность нужно стараться заложить в семье. И для чего? Вот для чего это нужно? А потому что из семьи должен выйти человек. Этот человек, будущий тоже член семьи, то есть супруг и родитель, ну, мы как бы ориентируем на это, ну, у каждого свой путь. Вот, если это не монах, то мы ориентируем на это, не монашеский путь, да. И мы понимаем, а что же мы должны заложить-то? Вот как основные базовые установки мировоззрения наших подростков, и это должно проявиться непременно в возрасте 15-16 лет. Если это вот в этом возрасте не проявляется, значит, что-то уже сбились настройки. И значит, эти настройки, к сожалению, сбились так, что, возможно, уже нужна реабилитация, так сказать, или даже реанимация. А это кому? Кто этим будет заниматься. И вот вы увидели, что базовые настройки, если мы говорим вот о связи нравственности и семейных ценностей, и вот будущего ориентира на семью, это понятие вот это вот душе, именно в душе «хочу создать семью», «хочу, хочу, хочу». Вот вы все прочитали, и вы знаете, я вот у меня такая игра есть, подросток, будущий супруг и родитель. Это игра «Диалог с интригой». Я уже отыграла ее, наверное, раз 15 в своей жизни и с моими вот с воспитанием, ну, с подростками. И вы знаете, когда вот это говоришь про эти настройки, они совершенно их не понимают. То есть они, мы сначала играем с ними на тему вот сначала, а что же вы должны иметь, какие базовые настройки? И они не попадают в них, не попадают. Они говорят очень абстрактно и широко. Вот, то есть, ну, просто там, например, вот любить, ну, это, знаете, это путь жизни все любить, да, вот. Ну, и дальше, я, знаете, сейчас я вижу поднятые руки, но давайте потом все. Все потом, потому что дискуссии сейчас я не смогу сориентироваться. Давайте после выступления. Вот. И когда мы открываем этот вот наш контрольный кадр и показываем, что вот они, базовые настройки, это так все просто. И потом говорю, ребята, вот давайте честно, кто вот у вас, вот скажите, вот кто принимает это к себе? И единицы из любой аудитории, которые говорят, что они, у них созрели эти настройки, они имеют их. В основном нет. Нет, то есть не верят. Первые две позиции – не верю, тем семья и так можно. А про детей тут вообще просто
большинство сегодня заявляет, что нет, какие дети, так страшно иметь их, тревожно иметь, какая обязанность и так далее. То есть это наша уже беда, можно сказать, национальная. И вот я сейчас перехожу к темам. Конечно, если бы у нас была возможность включить видео, мы даже с вами бы еще и поработали вот в формате такого мастер-класса. Но видео мы включить не можем, у нас не та программа. Но что я вам скажу? Вот первая тема, с которой я начинаю вообще работать, это душа и кто со мной рядом. Из цикла «Подросток. Территория души». Я об этом много рассказывала, есть запись вебинаров, если интересно, потом поделюсь и скажу. Итак, первая тема – душа и кто со мной рядом. И мы с ними пробуем осмыслить вот это вот самое важное вообще, как мы чувствуем те, кто с нами рядом. А как мы их вообще чувствуем? И вообще, видим ли мы вокруг себя тот, кто с нами рядом? И это контрольный кадр. То есть я его не открываю. Я сначала запрашиваю, кто с вами рядом, и что вы, как вы вообще воспринимаете окружающих. Как правило, они называют только родителей, только учителей и только одноклассников. Как правило. Но дальше мы уже расширяем и показываем, что вообще на самом деле с нами рядом любой человек, который в этот момент оказался с нами рядом. Будь то там в автобусе, или сосед, или в очереди магазина, или так, и так далее. Но чаще всего сейчас для них это родители и педагоги. И мы начинаем с ними вот смотреть фильмы, ролики. Это в основном коллажи. Это коллажи, смонтированные из старого отечественного кинематографа. И мы смотрим и очень детально обсуждаем этот просмотренный коллаж. А чаще всего он идет 3-5 минут. Какая-то ключевая такая сцена, ну, такая вот переломная сцена, переломный момент, конфликт какой-то там созревает, либо разрешается, либо... И вот, знаете, вот ни разу не было, чтобы дети не смотрели этого. Хотя фильмы в основном все из 70-х годов я беру, 70-80-е годы. Вот. Но здесь вот в эту тему я беру коллаж из фильма «Курьер» и «Авария. Дочь мента». Один из, там у меня обычно 4 файла бывает, вот один из. И вот что мы дальше с ними постигаем, с ребятишками-то, да? Так. Кто со мной рядом? Мы задаемся вот такими вопросами, прежде чем мы смотрим определенный коллаж. То есть сейчас я говорю методической уже, методических ходах, да, как можно запустить эту тему. Мы задаемся вопросами, например, хорошо ли со мной тем людям, кто со мной рядом? Это вот родители или педагоги? Вот создаю ли я проблемы? То есть способны ли вообще они осмыслять? Вот задавать им такой вопрос и осмыслять себя вот в этой вот позиции. А я, то есть не постоянно вот это видение, кто как ко мне относится. Они же очень заточены сегодня на то, как их ценят, как к ним относятся, как их воспринимают, берегут или нет. Они же сегодня очень гиперчувствительны в этом плане. А мы переводим сегодня, мы переводим стрелочку на то, как а я-то как отношусь к другим. Напрягаю ли, отношусь ли я бережно. То есть это все вопросы я объединила. На самом деле они идут перед каждым коллажом в свой вопрос. Свой вопрос. То есть сначала вопрос, потом видео смотрим, потом анализируем, смотрим проблематику. То есть почему герой так поступил? Вопросы самые элементарные. Но они дают возможность еще раз проанализировать сценку или сцену эту какую-то, да, поставить себя на место героя, немножечко на будущее, вот, так сказать, ну, транслировать, вот, что же будет вот с этим героем, и что было бы, если бы я на этом месте был. И вот здесь как раз и строится диалог. Диалог. И обычно тема эта идет, ну, вот, до часу, то есть 40 минут или час, если, например, в актовый зал привели ребят. Итак, значит, эта тема «Кто со мной рядом?», она очень важна, потому что мы сегодня, как сказал Вячеслав Владимирович, по природе своей мы поврежденные все, и взрослые, и дети, и родители, и педагоги, все поврежденные. У каждого свой вариант, у каждого свои проблемы. Эта поврежденность, она выражается у кого-то вот в каком-то тягостном состоянии, например, там вот чрезвычайно там печаль или какая-то, да, то есть депрессивность, это тоже поврежденность, это же недоверие, да, определенное Богу. Или, например, агрессия и гнев. Но вы же знаете, что очень многие педагоги не могут справиться с собой, с этой вот со страстью этой, да. Или, например, наоборот, то есть какое-то вот одиночество, то есть уход от всего, от уединенность. То есть я уже не про педагога говорю, а в целом про родителей, да, про людей, взрослых. Им же нужно понимать,
понимать. Подросткам нужно обязательно понимать взрослого. Они же не настроены на то, чтобы понимать человека, что у него может быть там драма какая-то сейчас, может быть обида, может быть боль, может быть болезнь. А им нужно тоже это понимать. И вот такая встреча, она дает возможность поднять их на нравственный уровень по оценке себя, своего собственного душевного, такого, психологического даже состояния, и духовного, нравственного, и понимать состояние другого человека для того, чтобы учиться его оправдывать прежде всего и, может быть, даже прощать, потому что все бывает в нашей жизни. И вот мы работаем над осмыслением такого понятия. Посмотрите, «Ибо знаю, что не живет во мне то, что есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю». Ребят, бывает с вами такое? Конечно, конечно, особенно с подростками. И здесь мы это не обсуждаем с ними, а это же слова апостола Павла, то есть это из Священного Писания. Я сначала не говорю, кто это сказал. Я, как правило, создаю всегда интригу, то есть мы рассуждаем. Ну, какой-то человек сказал в древние времена, потому что даже стиль такой, да, написан, это высказывание. Но это оказывается им очень близко. Вот чувствовать не то, говорить не то, что чувствую, показывать не то, и вообще чувствовать такие противоречивые чувства в себе, да, это тоже, это важно. То есть это первый уровень постижения, вот, скажем так, нравственных начал. Понимание ближнего, потому что мы же помним, что одна из самых главных заповедей, это какая у нас будет? Простите, сейчас. Поступай с другим так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Или наоборот, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Это же у нас золотое правило, опять же, из Священного Писания, из Евангелия, слова Господа. То есть, получается, мы придем с ними к пониманию того, что нравственность, она зиждется на очень крепких основаниях, на заповедях. И если ты поймешь это и примешь во свое сердце, то ты уже делаешь шаг вот к самому главному в тебе, к человечности. А мы придем к этому, к самому главному, да? И вот так. И так получается, что нравственная норма в общении с окружающими, мы вот эти понятия начинаем прорабатывать, да? Посмотрите, вот эмпатия. Вот каждое слово, оно близко, созвучно. Это вроде синонимичный ряд, но это получаются очень разные слова. Бережность, сочувствие, сострадание, вот вы прочитали, великодушие, теплота. Это все разные чувства и состояние человека по отношению к другому человеку. У нас сегодня рассыпаются семьи. Вот если бы у Вячеслава Владимировича была возможность говорить еще часа 2-3, а вот я слушатель его вот выступлений регулярно, каждую неделю слушаю его общение с людьми, которые задают ему вопросы по средам. И вот вы знаете, я постоянно поражаюсь тому, что проблемы-то одни и те же. В основном-то пишут, ну и женщины, и мужчины, но проблемы-то одни и те же. Люди друг друга в семье не понимают, не терпят, нет теплоты. Нет отзывчивости, вот это сочувствие. Люди живут каждый на своем острове, в одной и той же семье. И вот он так рассказывает и с точки зрения богословской, и психотерапевтической, то есть включает все как бы, каналы важные, и доносит эту информацию, что как важно самому человеку попробовать самому настроиться на это. И вот это тоже, это вот тема была, кто со мной рядом, то есть это эмпатия, это отзывчивость. Мы прорабатывали вот эти понятия с помощью видео и диалога. Она у меня записана, все коллажи закачаны на Яндекс.Диске, поэтому желание будет, проситесь. А вот теперь у нас вторая тема. Вот посмотрите, вторая тема. Я ее зашифровала для вас, потому что так я начинаю ее эту тему. Это ключевая тема из блока. Вот сам цикл «Подросток территории души» состоит сегодня примерно 12 тем уже созданных, отработанных, но еще 3 я пробую. То есть около 15 тем. То есть уже практически они уже сформированы, но еще нужно отработать несколько раз. Так вот, эта тема у нас идет третья всегда после души. После, кто со мной рядом, после эмпатии, третья тема. И начинается она вот с этого кадра. О чем идет речь? Компас среди неведомого, закон, живущий нас, колокольчик в душе, навигатор, как сказал Вячеслав Владимирович, да? То есть тема совести.
Вы же понимаете, да? То есть я открываю для вас совести. И дальше наша задача в течение часа понять с ребятами самое важное, что такое совесть, как она действует, то есть ее функционал, скажем так, этим умным словом, да, то есть как она себя проявляет, для чего она нам дана. Вот, и мы это делаем, опять же, с помощью видео. То есть сначала для разминки, каждый раз в этом цикле у меня есть разминка. Вот, то есть разминка, она нужна для того, чтобы класс настроился на меня, ведь я не видела их месяц. Встреча происходит раз в месяц с классом. Это восьмой класс, вот эти темы для восьмых классов. Ну или куда позовут. Это может быть и седьмой класс, вот сейчас начала, в шестом классе начала даже сейчас вот по запросу эту тему. Итак, получается, надо, чтобы они на меня настроились, переключились от своего потока учебного на тему нравственную. И вот тогда я вот задаю им так парочку вопросов. Вот, например, где живет совесть? Вот посмотрите. Вот подбираю такие кадры, вот, ну, обратите внимание, да, то есть человек убегающий, а за ним глаз следит. То есть это, значит, она где она у нас живет? То есть место обитания совести. То есть голова, грудь, сердце, там руки, пятки и так далее. Но, конечно, они чаще всего как душа показывает сюда, вот это место, средоточие. То есть это сердцевина наша, да, сюда. Вот. Дальше мы начинаем работать с понятием, а что делает совесть? Это очень важно понять. Мы называем очень много синонимов, отвечающих на вопрос, что делать. Я всегда прошу, ребята, на вопрос, что делать, отвечают глаголы. Вспомните, потому что очень часто бывает вопрос, какая, какой. Там уже у нас прилагательные. То есть давайте, что делает? И вот этот подбор слов очень важен. То есть она сообщает, сигнализирует, грызет, давит, мучает, очень много чего она делает, она спасает, подсказывает. То есть набираем обычно так, я показываю, давайте 10 пальчиков наберем с вами, и вот мы набираем с ними. Да, в этот момент они начинают разогреваться, включаться, входить, так сказать, в тему, и понимают, что совесть, она действительно больше всего-то мучает и грызет. И тут главный вопрос, а как лучше для человека? Когда совесть молчит, спит, а, кстати, у меня всегда колокольчик, я приношу обычно колокольчик и показываю, как он звенит. Звонко-звонко, это такой суздальский звонкий колокольчик. Потом я его зажимаю в руках и так приглушаю, да. Потом я вообще его блокирую, там в шапку заворачиваю, его не слышно никак, да. А так, когда в руках, он слышно, что он зажатый, но звук у него уже деформированный, глухой. И вот это наша совесть. Вот как лучше для вас, вообще для человека, чтобы совесть спала, молчала, или чтобы она вот вопила, терзала и мучила? И они выходят к понятию, что совесть хороша, когда она терзает и мучает. Почему? Потому что она не дает человеку покоя, потому что человек отступился от главного. То есть для чего нужна совесть? Это же навигатор. А вот как раз навигатор между добром и злом. Если человек вот сходит на путь зла, значит, она и показывает, сигнализирует, что человек отклонился. Вот это совесть. Но от чего зависит, будет ли она звонкая или будет ли она у нас забитая и зажатая? От самого человека. Если человек положил ее под подушку, придавил, то он никогда ее сам уже не услышит. Это человек сделал так. Это не совесть замолчала, это человек заставил ее замолчать. Совесть. Тогда получается, что человек может ее заткнуть, по-простому говоря, да, и все. И живи как знаешь, как хочешь, вне поля нравственности. Это уже тогда ты, значит, вышел из этого поля, ты уже находишься совершенно на другой территории. Ну вот я на просторах интернета нашла вот такую интересную вот штуку. Посмотрите, как называется этот кадр, что это между, окно между Богом и человеком, как один из вариантов понимания совести. И дальше мы начинаем с ними смотреть наши ролики. И смотрим мы с ними первый фильм, коллаж, вернее, который называется... А, коллаж по фильму «Доброта». Нет, 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 простите, «Розыгрыш». «Розыгрыш», «Розыгрыш» — фильм 1977 года. Это первый был фильм режиссера Владимира Меньшова. Это его дебют. Фильм, если не видели, пересматривайте. Это школа, дети, педагоги, завучи, там отношения, любовь, предательство, ну и так далее. То есть много проблем подростковых. Мы смотрим самую первую сценку, когда классный педагог математики говорит, что ребята, у нас сейчас контрольная работа годовая, итоговая в 10 классе. То есть вы сейчас пишете, а класс вместе заявляет, нет,
простите, пожалуйста, вы нам, нас не предупреждали, мы не имеем права писать сегодня контрольную работу. То есть розыгрыш, разыграли учителя. Милые, хорошие, добрые, красивые подростки разыграли учителя. И только одна девочка, Тая, на первой парте сидит замотанная в шарфы, вся больная. Другая девочка, иная, не как все, она честно говорит, не спрашивайте меня, начинает плакать. И учитель понимает, что она предупреждала класс. И вот дети смотрят, не отрываясь эту сцену. Фильм 77-го года. Ни разу, вот за 6 лет моего этого цикла, ни разу не было ученика, который бы видел этот фильм. Никогда. То есть не смотрят они такие фильмы. И дальше мы с ними вот анализируем, что чувствует класс, что чувствует девочка, что чувствует педагог. Следующий вопрос более сложный. Как работает совесть в душе класса? Потому что класс сейчас единый монолит, это одна душа. Где она? Что с ней произошло? Они что, такие бессовестные, такие вот действительно ребята недостойные? И, в общем, вот этот вся анализ, он приводит к пониманию, что больно учителю и девочке. Девочка сейчас понимает, что она стоит в очень сложной ситуации, потому что ее сейчас отвергнут, она будет изгоем. Ну тогда хорошо еще буллинга били, не били девочку, это не побьют ее, да? Но сейчас бы ее бы избили. И они так все кричат, ой, сейчас бы ее все, хана, то есть это полностью бойкот, так сказать. Они даже наслаждаются тем, что сейчас вот, оказывается так было бы. То есть у них это, как сказать, предмет такого возбуждения какого-то, это восьмой класс. Обычно это начало восьмого класса, обычно эта тема идет у нас где-то в ноябре. Вот. Ну и дальше мы с ними, следующий коллаж, мы смотрим фильм «Доброта». Там Тамара Семина, педагог, тоже 77-й год, Тамара Семина, педагог, приходит в новый класс. Только начало рассказываю. И первые 3 минуты знакомится с ребятишками 7-го класса, которые разыгрывают тоже. Но они потом подпадают под ее обаяние, авторитет, ее слушаются. А мальчик на последней партии, который старше всех, там сидит без галстучка, он плюет ей в лицо жеванную промокашку. Прям в лицо. Так вот, знаете, раньше такое была дурь детская. Вот я помню, у нас такая дурь была у нас детская, да, когда мы из ручки вот это друг другу плевали, то есть с промокашек. Ну, мы не делали так, я так не делала, но мальчишки так делали. И вот он ей плюнул прям в лицо и попал прям в щеку. И вот начало фильма. И мы разбираемся здесь, что же у ребенка-то с понятием совесть. У этого уже даже не ребенка, ему 16 лет, он сидит в 7 классе, ему 16 лет. Что с ним произошло? Класс-то хороший, они сразу же с учительницу, да? А оказывается, и вообще, это уже подлость, мы уже даем другую классификацию, название. То есть если первый фильм, розыгрыш, там была ложь, лукавство, обман, ну такое, знаете, невинная ложь, как они считают. Как они считают, что ничего страшного не произошло, пошутили, разыграли. То во втором коллаже мы уже видим, что эта совесть помрачена уже такой некой подлостью, потому что человек перешагнул норму нравственную. Вот нельзя было, вообще нельзя плевать в лицо человеку, если, а тем более женщине, учительнице, даме, которая пришла, ничего плохого не сделала ему. Они все понимают, что она учительница добрая, хорошая, и она ничего не сделала ему дурного. Но за это она получила, за то, что она ничего не сделала дурного. Мы разбираемся с мотивами этого мальчика. И самое главное, мы понимаем, что он так поступил не потому, что он подонок, а потому, что у него такой кризис души, потому что у него развелись родители, у него дома так все плохо, и он не справился с этим, и его понесло во все тяжкие. Он совершит много правонарушений, вплоть до того, что заодно можно было даже посадить бы его, так сказать, в детское учреждение. Но разбираем. И, наконец, мы смотрим самый важный фильм, вот который тоже коллаж. «Коллаж» – это фильм «Дорогая Лена Сергеевна». Это фильм Эльдара Рязанова, накричавший, фильм, который взорвал, как бомба вошел в нашу вот культуру лет там 25 назад, да, 20, может быть, ну, 90-е годы, да. И вот получается, там Марина Ниёлова играет эту Елену Сергеевну. И фильм-то, конечно, очень страшный. Они не знают середину фильма. Мы смотрим только начало. Вот я сейчас вам рассказываю, как мы смотрим, и вот эту технологию, которая очень хорошо работает. Приходят ребятки, 4 человека к учительнице. Кто из вас не видел, быстро напоминаю вам сюжет. Это день, когда они написали последнюю контрольную работу по математике. Это еще были контрольные итоговые. Они ее написали, контрольную работу.
Это значит, что они закончили быть учениками, потому что через 3 дня у них выпускной бал. Сегодня они уже не ученики, выпускники. Все, последний экзамен прошел. А в этот день у него день рождения. Пришли с цветами, с шампанским, там, с подарками. И предлагают ей, вот, когда они уже выпили шампанское, даже себе позволила выпить с ним, потому что они уже не ученики, а выпускники, предлагают ей подменить контрольные работы, которые лежат сейчас в сейфе, потому что они написали на 2, подменить переписанными, которые они написали на 5,4. И ничего страшного, то есть нормально, давайте сделаем это ради нас, мы вам только лучше показатели оценок повысим. Но Елена Сергеевна оказывает человеком совести, принципиальным. Она говорит, это подло, я это делать не могу. И вот эту подлость, она считает подлостью, а они бросаются словами и говорят, да вы ну зачем какой-то подлости обвиняете? И зачем вообще бросаетесь громкими словами? Начало фильма. Мы обсуждаем, я очень часто делаю такие стоп-кадр, да, стоп. Потом мы видим, что ребята закрывают дверь, не пускают ее. То есть они начинают умолять, кривляться, поясничать там уже, вот, бегать за ней, говорят, что мы не уйдем из вашей квартиры, вы нам все равно отдадите ключ. Она говорит, вы не уйдете, я уйду. Идет к дверям, двери перекрываются, она позвонит в милицию, телефон отрезается, ключ отобирается, она блокирована. То есть учительница блокирована в квартире на 9-м этаже, и у нее 4 учеников вокруг, спиртное они принесли и так далее. И вот дальше мы начинаем углублять, что же сейчас произошло с ними, а с ними произошло что? Это что, бессовестные? Пришли-то к ней какие дети? Любящие, она их 5 лет учила. Оказывается, совесть можно было в один момент потерять, когда они поняли, вот, что она поступает против их воли, и в этот момент нужно было остановиться. Они встретились с ее позицией, остановиться. Они не остановились. Финала фильма они не знают. Финал очень страшен. Если вы помните, учительница покончила самоубийством жизнь. Девочка изнасилована не своим парнем, а другом этим, лидером Владимиром и так далее. То есть фильм страшный. Мы этого не видим. Но мы обсуждаем с ними, что является самым страшным проявлением вот, потерянной совести. Это предательство. То есть мы говорим о том, что вот есть разные вот грани совести потерять. Да? Вот это вот можно так его, через ложь, через подлость, через вот подлость в кубе, вот как у этих ребят, да? И, наконец, предательство. И вот эти все качества, они, то есть вот это вот качество, они очень опасны будущему супругу-родителю. Если будущий супруг-родитель не зайдет в период своего вот создания брака с совестью говорящей, такой сигналящей, то это будет очень тяжело. Но мы понимаем, что, конечно же, жить по совести – это очень важно. То есть если этого не бывает, то человек страдает сам не сразу, а через некоторое время, но от него страдают все вокруг. Это так. И я привожу, как правило, у меня есть несколько историй, которые я привожу, им рассказываю. В какой-то момент нужно забрать их внимание, внимание рассеивается, они уходят в обсуждение, часть детей остается в гаджетах, трудно их оттуда вытащить. И в такой момент я, конечно, стараюсь тогда их вот, историями какими-то взять, вот, из каких-то просмотренных фильмов, допустим. И они откликаются, да, то есть где вот всегда совесть тоже нужна тогда, когда человек живет в обществе. Если бы человек ушел в лес и жил в келье там, или в какой-то там, не келье, как называется, да, пустыньке, то или в шалаше там каком-то, то и совесть ему не была бы, собственно говоря, не нужна. Он сам с собой там один. А вот как только человек в социуме с людьми, тогда и нужна живая совесть ему, да. И тогда она как раз на сигнал вот как раз от Бога человеку, чтобы он сохранял в себе человечность. Я буквально еще, если мне позволите, еще завершу, меня можно, да, еще спокойненько, да. Вот, потому что следующая эта тема у нас... А, кстати, это интересный кадр. За тобой следят всегда 3. Сверху Бог, снаружи люди, а внутри совесть. Он очень важен. Ну, тут они очень многие, конечно, кричат, что это Бог не для всех, это кто в него верит. Я говорю, ну, конечно, это ваш выбор. Хотя очень часто вначале я прошу ребят, поднимите руки, кто из вас крещенный. Крещенный в православной церкви, они говорят, мы. Вот. И оказывается, ну, как ваши говорят, ваш выбор, может быть, вы когда-то и поверите, но, по крайней мере, вы знаете, что такая позиция есть.
не я придумала, я это нашла в интернете, меня это очень убедило. И дальше вот мне очень нравится мысль Ильина, который говорит о том, чтобы вот поднять на уровень нравственности или вообще вот, так сказать, заложить основы нравственности, и чтобы они еще стали и при этом своими собственными мировоззренческими установками, то есть нравственными позициями, чтобы человек жил по этим позициям. Вот что нужно сделать? А нужно воспитание, вот самое главное, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта, чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни. Вот представляете, значительное и священное. Вот это самое важное. То есть это как Достоевский, который сказал о том, что если у человека есть такое яркое, сильное воспоминание из детства, то оно его в критический момент жизни вытянет, оно поможет ему. То есть у каждого в жизни должно быть какое-то яркое, такое светлое, сильное воспоминание из детства. Вот и здесь также, чтобы сердце ребенка научилось отзываться на всякое явление божественного в мире и людях. А ведь божественное — это только свет, любовь, красота, тепло. Ведь это только все лучшее. Убери одну из категорий, вот, из характеристик, вот, убери тепло, будет мгла и холод, да? Убери свет, тьма вечная, там, убери любовь, будет ненависть. И тогда вот смотрите, это получается, ребенок должен обязательно с этим встретиться. Его нужно повести и сводить душу ребенка во все места, где можно найти и пережить нечто божественное. То есть вот это вот светлое, любовное, теплое. И вот дальше я очень коротко скажу о третьей теме, которая тоже важна нам, девичья честь, мужская честь. Она тоже разработана и отработана уже в цикле «Подросток. Территория души». Но недавно я запустила ее как интерактивную игру, как такую литературную игру позиций. И я вам скажу, что я очень опечалилась, проведя эту игру вот на этой неделе с 10 классами. Ну, сейчас вот прокомментируем слайд и скажу, о чем печалька была. Да? То есть посмотрите, вот девичья честь, мужская честь. Также есть видео обязательно. Это фильм анимационная, песочная анимация «Честь». Серьезный фильм, он не делит там на мужскую и женскую, он просто дает такое философское понимание, понятие «честь». Вот. Мне это очень понравилось толкование в этом фильме. «Честь» — это «что есть я», «что есть». То есть, смотрите, «честь» — это «что есть», соединение двух слов, «что есть я по сути», в самой сердцевине себя, которую я никогда не узнаю, не знаю, пока я не встретился с какой-то ситуацией испытания. То есть, когда человек живет в покое, он может никогда не понимать, какой он есть. А как только ситуация испытания, наехали, например, там, допустим, оскорбили, обвинили или потребовали чего-то ненужного, ну и что-то, да, то есть человек вот в ситуации испытания начинает вот тут только и проявляться, да, его, так сказать, сущность, да, его сердцевина. Итак, посмотрите, ну, девичья честь, она отличается от мужской чести по сути своей, хотя есть общее. Ну, вы же видите, там и там целомудрие, но у девочек все-таки доминант – это достоинство, скромность, стыдливость. И как они сегодня бунтуют против последних двух – скромность и стыдливость. Это вообще прям бунт. У них же, видите, у них изначально сформирована вот такая позиция вот уже к среднему возрасту, то есть к пятому классу, что они хорошо одеты, должны все иметь, они себя позиционируют, они копят портфолио сегодня, успешность во всем, и вот эта вот самореализация, она как подогревается какими-то моментами в образовании, так и воспитательными моментами, то есть родители на это их затачивают постепенно. Поэтому и они не понимают, что скромность и стыдливость – это совсем неплохо есть. Стыдливость – это очень хороший знак, когда сигнал, когда человек понимает, что есть позорного, срамного, и это позорное и срамное не надо выставлять. И вот об этом как раз речь-то идет, что надо уметь держать в закрытом виде. Ну, у мальчика другие понимания, вы понимаете, чести, да, все это мы обсуждаем с помощью видео. Вот. И мне очень понравилось, вот нашла я буквально вчера, что концепт «честь» сформировался под влиянием религии, а вообще это первично совесть. То есть получается совесть, как весть, совесть, со – это приставка, со. То есть это получается со – это приставка соединения, там, со товарищи, соединение, со дружество, да, то есть вот вести. И, ну, это так важно, скажем, да, для нас с вами. И дальше еще общий такой
понятие про честь, что мы можем сказать, что, конечно же, честь, которая сегодня практически не понимается подростками, вот 10 класс – это уже старшие подростки, это уже юноши, по сути дела, да, и девушки, вот они не понимаются, это понятие сегодня, оно как-то вот за пределами как-то вот их вот мировоззрения. Вот буквально, я говорю, я вот играла игру, шла она почти 2 часа, и мы пришли к полному кризису, потому что они начали кричать, что вот те этапы, которые мы прошли, было неплохо все, неплохо. Там литературный был аспект разный, мы брали героев, анализировали, смотрели, там давали им характеристики. Но когда мы дошли до пункта «Честь и Родина», вот здесь-то все и сломалось. Они не смогли перешагнуть через скепсис. Это очень важно. Вот это вот та мука у них в сердце, которую они сегодня не могут как-то вот пережить. И вот эти события на юго-западе нашей страны, не будем ничего называть, это все понятно, они их так волнуют и очень по-разному волнуют, и у них разные интерпретации, но все это кроется под какой-то цинизм. И в результате они пришли к утверждению, начали прямо в конце доказывать, что вообще честь у каждого своя, нет общего понятия. Вы же, говорит, сказали, что нет. Я говорю, ребята, нет четкого определения. Понятие чести дается через синонимичный ряд. То есть это благородство, достоинство, это честность, это уважение. Но нет вот как бы толкования как такового, потому что какие бы слова ни брали, мы все равно придем к благородству, достоинству и так далее. Вот. И когда вот эту схему они смотрели, она вызывала тоже такой некий скепсис. Например, вот я начала задавать позиции, например, ребят, скажите, по отношению к кому, смотрите, вот родина, вот право-лево, да, вот внизу, подлец, то есть человек проявляет свои вот это вот, свои свойства честности, чести, проявляется под лицо обязательно. То есть раньше в старину бросали перчатку под лицо, да, которая унизила, оскорбила и так далее. Вот. И я зашифровала, вот давайте отгадаем, к кому имеет это отношение. Вот по отношению к кому человек чести поступит жестко, строго и решительно. И они все кричали к женщине. Я пыталась сбить их всяко разно. Говорят, я поняла ваш юмор, шутки, все, давай теперь по-серьезному. И вот именно парни, ребята кричали к женщине. Я говорю, почему? Зачем? А говорить не хотим к женщине. Но потом, конечно, девочки сказали, что это под лицо. Вот понимаете, оказывается, сегодня это даже совесть, тема совести берется обычно, как-то вот берется. А тема чести, она не воспринимается. И в конце они начали доказывать, что она у каждого своя, что человек всегда поступает, как ему выгодно, что ни о каких понятиях, чтобы там самопожертвование, это быть не может, это, что все это относительно. И даже когда речь шла о том, что самопожертвование – это очень свойственно нашему народу, и мы этим вытягивали наш народ, то они тут же говорили, знаете, а вот люди чести, считали себя людьми чести, а они вот в эпоху сталинских репрессий там друг на друга соседки доказывали друг другу, ну, то есть стучали. Я говорю, так это были не люди чести, которые стучали, это были стукачи, это были предатели. Но они-то считали себя людьми чести. Вы понимаете, вот настолько как все запутано, у ребят здесь. Ну, а время было уже мало, это уже все в конце было, практически 2 часа уже игра длилась. Но я только порекомендовала им разбираться, и мне нужно, конечно, с этим вот много думать, почему так. Я бы хотела еще где-то вот эту игру провести, чтобы посмотреть, как восприятие у других у подростков вот этой темы. Поэтому кто готов позвать вот в Кемерово, например, какое-то учреждение, давайте скооперируемся. Итак, мой завершающий слайд. Про нравственность воспитания человека в семье и для семьи. То есть человек в семье воспитывается, мы дополняем. Сегодня на нас нагрузка очень большая и правильно. Если мы не возьмем как педагоги-просветители и не восполним, то мы просто потеряем еще одно поколение. То есть нужно говорить, восполнять, даже через такие боли, которые вот мне вот печально было, вот когда они такое кричали, дети вчера, искренне говорили, что почему вы все время хотите, чтобы мы, как вы считали? Я говорю, потому что я вам говорю нравственную норму.
она норма, ее никто не отменял, потому что честь – это всегда честность и достоинство, и благородство. Почему я должна соглашаться с вами, когда вы кричите, что у вас у всех свое, и вы будете поступать по выгоде? Но они вот пока так. Ну, хорошо, что они высказываются, значит, вышли на какой-то уровень доверия, скажем так, да, иначе бы они замкнулись и ушли бы так с иронией со своей. Ну и так, посмотрите, нравственность равно человечность. То есть если мы привьем вот эти вот понятия нравственных начал, если мы их заложим, и даже это получится, что у них они станут их ценностями, то есть это самое главное, к чему мы стремимся, то тогда мы кого сделаем? Человечного человека. Вы, наверное, знаете эту цитату, я только начну ее, вы, наверное, прочитали уже. Это про директора школы, который сам был в концлагерях, и когда к нему приходили учителя, педагоги, он каждый раз говорил: «Я кучу видел умных и образованных людей, да, то есть которые ученые, там, ученые, тренированные психопаты, образованные палачи, и ни чтение, ни письмо, ни арифметика, важны только эти наши начала, важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более человечными». Вот на этот вектор мы с вами работаем, вот сюда мы должны быть устремлены, мы помогаем нашей работой стать детям человечнее, а сегодня это проблема. Либо они очень страдают от чужой бесчеловечности, и потом две грани. Вот мне сейчас готовится конференция, я готовлю конференцию родительскую, буллинг, дети-жертвы, дети-насильники. Ну, у нас и такой формат есть, просветительские конференции в городе. И вот вы понимаете, в любом случае, если дитя жертва, то он тоже может стать стрелком. Он тоже становится стрелком. Чаще всего это те жертвы стали, вот, которые стрелки там у нас, да, эти казанские, да, пермские все. С другой стороны, ведь и агрессоры, они могут стать не стрелками, они просто идут в, вот эти вот в братство, так сказать, в нелегальные эти группировки, они становятся бойцами, и они тоже убивают, и они тоже делают гадости. То есть и то плохо. То есть вот то, что сегодня наполняет армию вот тех наших профашистов, современных, да, это же люди, у которых очень высокий уровень агрессии, а потом еще их где-то переклинило на психопатии, может быть, но не будем об этом. Итак, я вам донесла тему, спасибо вам большое за внимание. Так, у меня здесь нет контактов, но если надо, сейчас я вам их напишу. Вот, сейчас быстренько набью контакт свой, кому это надо, и выходите на почту, будем дружить. Так, будем дружить. Сразу скажу, что очень много людей из России, буквально каждый, там каждую неделю 23 человека запросы делают, что тебе прислала им вот рассылки, все эти коллажи, ссылки, там записи, того всего. Делимся. Спасибо вам всем за внимание. Всего доброго. Сейчас следующий будет выступающий. Спасибо большое, Марина Ильинична. Она у нас как песни поет, рассказывает. Оторваться невозможно от ее слуха, выслушал так. Ну, переходим к следующему выступающему. У нас 14-я школа подготовили свое выступление. Они поделятся опытом работы. Сейчас я им дам право. Так, вы подключаетесь, молодцы. Сейчас я загружаю вашу презентацию. Так, коллеги, камера, появляетесь. Марина Ильинична, да, почта. Коллеги, вы нас видите, вы нас слышите, мы вас тоже видим. Мы вас слышим, замечательно, да, добрый день. Все, пожалуйста, вам слово. А презентация? Презентация у вас есть, внизу стрелочка листать? Да-да, есть стрелочка листать. Все, листайте тогда. Если не будет... А, подождите. Нет, мы, извините, мы не поняли, мы нашу презентацию не видим. Вы не видите презентацию? Нет, нет, нет. А вы видите, да? Так, а мы видим вашу презентацию. Ну, тогда вы тоже листайте, пожалуйста. Хорошо. Только так. До... Сейчас в одном моменте надо. Нет, нет, мы не видим ее. Давайте не будем тогда на этом сейчас время.
Ну, давайте я буду озвучивать, а вы говорите следующие слайды. А, все замечательно. Мы презентацию видим, только не видим, как ею управлять. У нас нет разрешения. Внизу, да, под презентацией должна быть стрелочка. К сожалению, нет. Пробуйте щелчком. Щелчком? Нет. Нет, да. Ну, начнем тогда с вашей помощи. Я буду вам писать, вы мне только сигнализируйте, что следующий. Хорошо, хорошо, обязательно. Угу. Добрый день, еще раз поздороваюсь, да, поздороваемся. Итак, наша презентация – это опыт работы школьной газеты «Дружба 7.ру» по сохранению семейных ценностей. Можно следующий слайд. Каждая школа представляет собой маленькое государство со своими уникальными законами, со своим укладом. Средняя общеобразовательная школа номер 14 – это большая дружная семья со своими правилами и традициями, радостями и заботами. Девиз нашей школы – мы верим в дружбу и помним добро. Одним из интересных направлений в нашем государстве является деятельность пресс-центра. Это гибкая саморазвивающаяся структура, призванная формировать активную личность, способную к анализу происходящих событий, свободную от стереотипов мышления. Члены школьного пресс-центра – это, конечно же, ученики, которые учатся самостоятельно добывать информацию, грамотно представлять ее. Пресс-центр является одним из векторов всей воспитательной работы в школе. Основная цель объединения «Юный корреспондент» – дать обучающимся основные навыки журналистики. Мы осуществляем деятельность по программе дополнительного образования и опираемся на проект «Школа духовно-нравственного воспитания», реализуемый в школе с 2018 года. Проект школьной газеты «Дружба 7.ру» позволяет не только работать с учениками школы, но и объединять общим делом родителей, учителей, реализовывать социально значимые проекты. Работая объединения «Юный корреспондент» как дополнительного образования, мы прививаем ученикам определенный набор нравственных семейных ценностей, воспитываем духовного человека, способного на высокие поступки, готового прийти на помощь ближнему. Своим материалом мы уводим читателя от безнравственности, пошлости, показывая на примере сверстников, каких успехов можно добиться уже в юном возрасте, куда направить свою энергию, свой интеллект и потенциал. Можно дальше листать. Следующий. Работа редакции «Дружба 7.ру» помогает формировать положительное общественное мнение о школе и образовании, а также осуществляет связь с общественностью и духовно-нравственными началами, где раскрываются смысл и значение традиционных семейных ценностей. Ребенок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоциональному воздействию, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию. Причем недостатки развития воспитания в этот период возраста, в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Поэтому именно работа в тандеме, школа, семья, позволяет развить заложенные в семье духовные ценности. Проявление трудолюбия, уважение к ближнему, выполнение данного обещания, намерение говорить правду, готовность помочь и любые проявления доброты. Мы должны в детском сознании пробудить духовность, сформировать в детях ту систему нравственных и духовных установок, те поведенческие компоненты культуры, вокруг которых постепенно можно будет через поколения консолидировать все общество и весь народ. В этом контексте особое место в духовно-нравственном воспитании принадлежит школьной газете, в которой каждая рубрика наполнена особым смыслом. «Дружба7.ру» – это и учитель, и друг учащихся. Она обучает их любить и быть трудолюбивыми, беречь семейные ценности, быть справедливыми и честными. Можно дальше листать. Пресс-центр школы «Дружба7.ру» осуществляет свою деятельность с 1 сентября 2011 года, то есть с первого дня работы школы. Если первый выпуск газеты знакомил своих читателей с учителями, с архитектурой новой школы, то сегодня она стала неотъемлемой частью школьной жизни, позволяющей реализовывать творческий потенциал учеников, участвующих в ее создании. В результате работы школьного пресс-центра каждый,
и пишущий, и читающий чувствуют собственную значимость и причастность к решению школьных задач. Можно дальше? Угу. Еще, пожалуйста. И еще можно 2 слайда. Ага. Еще можно, пожалуйста. Предыдущий. Спасибо. Школьное издание – дело общее, а не частное. В нашей школе со стороны администрации уделяется огромное внимание пресс-центру. Директор школы Ирина Евгеньевна Косарева и заместитель директора по воспитательной работе Людмила Анатольевна Федотова входят в редакционный совет, участвуют в выпуске каждого номера, осуществляют поддержку советом, идеями. На сегодняшний день я, Алена Олеговна Иванова, и Ольга Алексеевна Корнеева являемся редакторами нашей газеты. Пожалуйста, следующий слайд. И еще один. Так, спасибо. Рассмотрим подробнее, как семейные ценности отражаются на страницах газет. Так, в одном из номеров нашей газеты в рубрике «Духовные ценности» повествуется о марафоне «Крепкая семья, крепкая держава» при поддержке Центра семейной академии. А на этом марафоне ребята размышляли о традиционных семейных ценностях, значимости понятия «крепкая семья» как для каждого человека в отдельности, так и для всего общества в целом. Еще одно событие с данной тематикой – встреча учащихся библиотеки, целью которого являлось раскрытие понятия смысла жизни, целомудрия, верности, разграничение понятий любви и влюбленности. Юные корреспонденты «Дружба7.ру» осветили данное событие и на страницах газеты, и в специальном конкурсном издании «Мое место силы», представленное на слайде. Чтобы и другие школьники могли задуматься над смыслом обозначаемых понятий о нравственности собственной жизни, о роли семьи в современном обществе. Следующий слайд. «Патриотическая страничка». А можно включить ролик, но без звука, чтобы звук убрать? А, вот где написано «средний общий». Нет, нет. На предыдущем слайде. У нас там ожить видео должно было. Это видео не включается? Не позволяет вам? Нет, в системе видео не идет. Ну все, все хорошо. Все, ладно, пускай там видео. Ладно. Приоритетным направлением духовно-нравственного развития учащихся является воспитание... «Воспитание любви к Родине». Описание событий патриотического характера очень важно для подрастающего поколения, ведь такие рассказы способствуют духовному обогащению личности, вызывают гордость за поступки окружающих людей, освещают, просвещают молодые умы и направляют на достижение высоких нравственных ориентиров, что непосредственно является элементом традиционных семейных ценностей, способствующих сохранению уважительного отношения к нашей истории и к людям старшего поколения. Можно следующий слайд? И еще один. Угу. Спасибо. Поздравления. Ни один праздник в нашей школе не обходится без поздравительного издания, будь то открытка, буклет, приложение или страница в газете. Так, в текущем учебном году женщин-учителей ребята поздравили на страницах газеты «С Днем Матери» в особой тематике «Моя мама – учитель». Ученики, чьи мамы работают учителями, поделились с читателями историями из личной жизни педагога. Рассказали, как сложно и в то же время интересно быть ребенком-учителем. Каждый из них отметил, что нисколько не ревнует свою маму к остальным ученикам школы, а напротив, гордится такой важной профессией своего близкого человека. Учащиеся школы, прочитав такие откровенные эссе своих одноклассников, не могли не проникнуться трепетным отношением к своим учителям и к товарищам, и к своим мамам в преддверии праздника. Такой материал, несомненно, способствует сохранению традиций семейного и профессионального праздника, закладывает высокие нравственные ориентиры, теплоту чувств, доброту. Следующий слайд. Следующий слайд. Научная деятельность. В рамках Дня российской науки в нашей школе проходят разные мероприятия, посвященные научной деятельности.
Одним из таких является научно-практическая конференция «Я познаю», в которой учащиеся выступают с проектными и исследовательскими работами. Также нужно отметить, что и родители принимают активное участие. Они приходят в качестве членов жюри, помогают в создании работы и просто поддерживают впервые выступающего ребенка. Юные корреспонденты не остаются безучастными. Они обязательно освещают все события этого дня. Церемонию открытия, работы всех секций, награждение участников конференции. Тем самым они передают все события, происходящие в разных местах, практически в одно и то же время. Делятся знаниями выступающих. Данный материал передает читателям опыт учеников, вызывает гордость за учащихся, приобщает к познавательной деятельности, основы которой, несомненно, закладываются в семье. Следующий слайд, пожалуйста. Новости начальной школы. Юные корреспонденты школьной газеты с удовольствием отражают актуальные новости из жизни учащихся младших классов. Это могут быть события субботы кемеровского школьника, где активное участие принимают учащиеся начальной школы и их родители. Они участвуют в квестах, творческих конкурсах, спортивных мероприятиях и совместных проектах. Такие статьи побуждают ребят начальных классов и их родителей принимать активное участие в жизни школы, ставить высокие нравственные цели, что укрепляет доверие между членами семьи, мотивирует на совместную деятельность. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один. Рубрика «Лица школы». Эта рубрика представляет читателям наиболее талантливых, творческих, спортивных ребят, достигших значимых высот в каких-либо конкурсах, проектах, олимпиадах и соревнованиях. Юные корреспонденты берут интервью у таких ребят, да и сами участники событий с удовольствием делятся интересными моментами своих выступлений, опытом представления. Также к созданию материала в данную рубрику мы привлекаем и родителей, которые с радостью делятся информацией о том, как они помогают своим детям добиться тех или иных высот. На слайде представлены, к сожалению, не очень видно, работы, как раз-таки написанные мамами о своих детях. Это участие в конкурсе Максима Руслана «Дни учителя» и о достижениях ребенка в хоккее. А посерединке это ученик нашей школы Печенев Данил, который с флагом нашей школы побывал на Северном полюсе. Тоже такая вот статья в нашем журнале была о нем. Чтение такого материала в кругу семьи поможет ребенку сформировать нравственный облик ученика нашей школы, заставит читателя гордиться успехами своих одноклассников, сопереживать им и самому стремиться к высоким ориентирам. Спортивные новости. Спорт является одним из значимых элементов семейного воспитания. Именно поэтому спортивные игры, турниры, эстафеты, соревнования отражаются на страницах школьного издания. Так, в приложении к газете «По горячим следам» отразилась информация о массовой сдаче нормативов ГТО нашими школьниками. Этот номер рассказывал об истории развития спортивного комплекса, содержал правила сдачи нормативов, называл фамилии всех участников марафона. Такое издание нацеливает школьника и его родителей на достижение заявленных в комплексе высот, вызывает соревновательный дух среди учащихся и одновременно гордость за окружающих учеников, мотивирует на совместную спортивную деятельность всех членов семьи. Брошюры на начало учебного года. Ежегодно на торжественной линейке, посвященной... Ага, следующий слайд, пожалуйста. Ежегодно на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, юным первоклассникам, озорным пятиклассникам и уверенным одиннадцатиклассникам и их родителям вручаются поздравительно-информационные брошюры, соответствующие данной ступени обучения. Такая традиция позволяет ребенку настроиться на предстоящий учебный год, почувствовать себя частицей единого целого в стенах школы в новой роли, познакомиться с учебными заведениями и предстоящей государственной итоговой аттестацией. Для родителей в таких буклетах и брошюрах содержится
информация по психологической поддержке детей, советы для улучшения их познавательной деятельности. Ну и подробнее хотелось бы остановиться на газетах для выпускного класса. Ежегодно нами выпускаются газеты для учеников, прошедших определенный рубеж, для выпускников 4, 9 и 11 класса. В этом издании ребята и их родители делятся своими воспоминаниями, благодарят учителей, желают друг другу успехов в будущем. А учителя, в свою очередь, поздравляют учеников с окончанием начального общего, основного общего и среднего общего образования. Добрые слова, отзывы, воспоминания поддерживают подрастающую личность, помогают укрепить веру в себя, настраивают на будущие свершения. Совместная работа всех участников образовательного процесса, и учеников, и родителей, и учителей, несомненно, закладывает в сердце ребенка прочный фундамент – уважение к наставникам, доверие к близким, благодарности за добро по отношению к родителям и педагогам. Традиция печати выпускной газеты раскрывает всю теплоту чувств большой школьной дружной семьи. И следующий слайд, пожалуйста. Здесь видео. Да, здесь у нас было видео, к сожалению. Нам приятно осознавать, что своей работой мы закладываем определенную нравственную основу, прививаем извечные ценности, формируем моральный облик ученика нашей школы, на практике реализуем задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности учеников от состоявшегося специалиста, выпускников, от 11 классника, первоклассника. Тем самым поддерживая добрую семейную традицию передачи опыта от старших к младшим. Бытует мнение, что печатная газета скоро исчезнет, ее полностью заменит версия электронная. Мы же своей работой стараемся сохранить именно издание, которое не зависит от наличия интернета, издание, которое можно взять в руки, прочитать. Да, во многих школах существуют пресс-центры, выпускающие газеты. И это не показатель особенности образовательного учреждения, а самобытность, своеобразие, индивидуальность каждого издания, выходящего из-под пера юного корреспондента, заключается в наполненности материала и деятельности создающих его людей. Поэтому создание и чтение газеты «Дружба7.ру» приобщает своего юного корреспондента и читателя к нравственности, патриотизму, изучению истории школы и сохранению ее традиций. Спасибо, ждем ваши вопросы. Коллеги, пожалуйста, у кого есть вопросы, можете задать выступающим. Ну а мы пойдем дальше и предложим место для выступления Ирине Михайловне. Сейчас я презентацию ее загружу. Ирина Михайловна нам расскажет о семейном чтении, способствующем духовному обогащению семьи, даст некоторые рекомендации педагогам. Так, Ирина Михайловна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – семейное чтение как источник формирования интереса книги и духовного обогащения семьи. Кризис детского чтения – проблема общества, о которой много говорят в наши дни. Современная действительность показывает, что ученики практически перестали читать, не знают истории своей родины, наблюдается низкая подготовленность к устным предметам. Наши дети чтение книг заменили гаджетами и компьютерными играми. С каждым годом эта проблема усугубляется. Об этом сейчас, сегодня уже говорили в образовании, что у нас творится. Отсутствие потребности в чтении вследствие того, что эта потребность не сформирована в детстве. Таким образом, негативные факторы приводят к снижению общего культурного уровня населения. Современная семья стремительно меняется. Утрачиваются традиции семейного чтения, которые существовали и складывались из поколения в поколение. Возрождение традиции семейного чтения является наиболее важным для духовного развития молодого поколения страны.
Целью семейного чтения является воспитание в ребенке потребности в чтении. И научить его читать творчески значит дать ему умение черпать в книге знания и духовные силы. Семейное чтение – это не только чтение, но это и чтение детям, это еще и общение. Это домашняя педагогика, которая компенсирует дефицит общения. Оно способствует установлению более близких внутрисемейных контактов. Читающий ребенок легче устанавливает контакты и находит свое место в жизни. И семейное чтение способствует пополнению знаний и впечатлений ребенка, затрагивает его подсознание. Совместное чтение пробуждает ребенка задавать вопросы, искать ответы непонятных слов и выражений. Оно способствует раннему и правильному овладеванию родной речью. Становление ребенка как читателя происходит сначала в семье. Я говорю сейчас истинно, но тем не менее. Семья, родители формируют круг детского чтения, покупая книги, советуя, какие книги им следует прочитать. У ребенка-школьника читательские потребности формирует уже учитель и школьный библиотекарь. Последнее десятилетие ознаменовано возрождением интереса к проблеме семейного чтения. В нашей стране Российская школьная библиотечная ассоциация РШБА активно ведет деятельность по развитию семейного чтения в России и проводит ряд мероприятий по продвижению семейного чтения в стране. Я расскажу лишь о двух самых таких значительных. Они проходят постоянно у них. Так, например, при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации Российская школьная библиотечная ассоциация воплотила в жизнь проект «Читающая мама, читающая страна». Он проходил в 2013-2017 годах. Проект реализовал особое внимание. В проекте было обращено на молодых матерей, детство которых прошло в 90-е годы. И когда в силу социальных причин родители не смогли уделять детям должного внимания, и они выросли без книжной прививки в годы своего взросления. Отсутствие собственного опыта общения с книгой в детские годы привело сегодня начинающих мам к непониманию его истинной ценности. И это, естественно, отрицательно оказалось на детях, создало дефицит теплоты семейных отношений. Для российских мам этот проект позволил создать своеобразный хобби-клуб читающих мам, сообществ мам, которые хотят развиваться сами и развивать своих детей. В проекте принимало участие около 1000 с лишним конкурсантов. Это и мамы, и дети, библиотекари образовательных организаций, воспитатели детских домов, учителей, болеющих проблемой читающей семьи. Следующая всероссийская акция проводилась РШБА «Обнимем ребенка с книгой». Она была организована при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» и компании «Директ Медиа». Проводилась в мае-июне 2020 года. В адрес организаторов пришло более 500 видеороликов и фото. В ней принимали участие также семьи, мамы, папы, дедушки, бабушки и образовательные организации. Акция происходила в период пандемии, и что еще сильнее поспособствовало укреплению традиции семейного чтения среди участников. Задачами акции было поддержка и укрепление семейных ценностей и традиций, популяризация семейного и материнского чтения, развитие у детей и у родителей культуры чтения, читательского кругозора. Наши кузбассовцы из города Ленинск-Кузнецкого приняли активное участие в данной акции, и в номинации фото лауреатами первой степени стали Трофимова Дарья, семья Кожедуб, Горностаева Юлия. Лауреатами второй степени стали старшая подготовительная группа МДО номер 53 и Киржайкина Евгения. Организатором и координатором акции, хочу отметить, являлась методист научно-методического центра города Ленинск-Кузнецкий Самойлова Алла Викторовна. С
целью повышения профессиональной компетенции педагогов и специалистов библиотек образовательных организаций в области детского чтения нами, работниками регионального информационного библиотечного центра, были разработаны и проведены ряд семинаров, веб-семинаров по данному направлению. При подготовке мероприятий мы продолжили традицию сотрудничества с коллегами из Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи. Так были, вот вы видите на слайде, был проведен веб-семинар и два семинара-тренинга. Специалисты библиотеки провели обзор новинок детской литературы. Для участников веб-семинара были представлены рекомендации по поддержанию интереса детей к чтению. То есть вы видите на слайде. Но эта работа у нас будет в дальнейшем еще проводиться. То есть мы эту работу только, то есть будем продолжать ее. Семинара тренингах была и обратная связь с коллегами в данном направлении. На форуме школьные библиотекари и педагоги охотно делились опытом своей работы, представляли анкеты для родителей, всевозможные формы по продвижению детского чтения, такие как библиокафе, литературные квесты, современные формы продвижения чтения. И это создание бук, рассказывали о своих бук-трейлерах, бук-кроссингах, флешбуках и так далее. То есть вот сейчас вот такие вот современные вот эти формы, все мы, они нам рассказывали, были в очень интересной форме, мы за это им благодарны. И эта работа будет в дальнейшем у нас, я уже говорила, вести дальше. Мы в следующие годы мы будем также и планируем их проводить, эти семинары и вебинары. Отмечу, что в целях повышения профессиональной компетенции педагогов региональный информационно-библиотечный центр, наша библиотека, предлагает педагогам региона воспользоваться ресурсами виртуального читального зала. Виртуальный читальный зал – это онлайновая служба информационно-библиотечного центра для предоставления доступа удаленным пользователям к полнотекстовым информационным ресурсам. Для этого можно по ресурсам виртуальный читальный зал необходимо лишь обычный компьютер и доступ к сети интернет. Возможна работа с персонального мобильного устройства. Структура виртуального читального зала представлена тремя большими группами. Это федеральные электронные ресурсы, региональный раздел, раздел тематические коллекции, периодические издания. Я тут ссылочку указала, вы можете обратиться, то есть зайти и посмотреть наш виртуальный читальный зал и поработать, зарегистрироваться, там ничего сложного нет. Как я уже сказала, наша библиотека, наш информационный центр ведет тесное сотрудничество с Государственной библиотекой Кузбасса детей и молодежи. И вот буквально в настоящее время библиотека предлагает читателям школьных библиотек и педагогам и школьникам региона бесплатный доступ к электронным библиотекам и полнотекстовым коллекциям периодических изданий. Это тоже немаловажно, то есть все для того, чтобы обучались и развивались наши детки, педагоги. Предлагаем вашему вниманию полезные сайты для чтения детей и родителей со ссылками, но это небольшая лишь часть. Это полнотекстовая база данных писателей Кузбасса детям. Я немножко подробнее расскажу. Она есть у нас в виртуальном читальном зале. Создан он при поддержке Союза писателей Кузбасса и объединил на своих страницах произведения писателей Кемеровской области, написанные для детей. Сайт рассчитан как для дошкольного, так и младшего школьного и среднего возраста. Важным составляющим раздела являются полные тексты произведений данного автора для детей. И регистрация для пользования ресурса сайта не требуется. То есть вот, вы можете вот эти по ссылочкам пройтись, то есть, и зайти и посмотреть. То есть они очень полезны для чтения с детьми и продвижения семейного чтения. Я думаю, что вы уже посмотрите сами, да, вот здесь вот представлен детский литературно-художественный журнал «Мурзилка», электронный познавательно-развлекательный журнал «Клёпа», журнал «Квантик», журнал «Костёр». Но я еще раз говорю, что их очень много. Я дала лишь некоторые ссылочки.
Вот, заходите в наш виртуальный читальный зал нашего института, и там будет больше ссылок на всевозможные наши ресурсы информационные. И в заключение, коллеги, я хочу сказать, что в настоящее время тема семейного чтения является наиболее актуальной и требует дальнейшей работы по ее продвижению и развитию на всех уровнях, начиная прежде всего с семьи. Если читает в семье, значит, будет читать и ребенок. И от того, читают ли дети, и что, и как читают, зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба. А в целом судьба всей нашей страны и ее будущее. Спасибо за внимание. Спасибо Ирине Михайловне за ее представленный материал. Коллеги, вся информация будет выложена в свободном доступе на сайте нашего института. В новостях я даю информацию о том, что прошел у нас вебинар, и как приложение все эти презентации. Вы обратили внимание, что ссылки активные. Нажимаете на ссылочку, заходите сразу на тот ресурс, который вы видите в презентациях. Следующий момент, я еще в начале мероприятия забыла обратить внимание, что сейчас, когда мы заканчиваем вебинар, у нас есть контрольные вопросы. Вы отвечаете на контрольные вопросы и получаете доступ к регистрации в системе АИС. Значит, там отмечаетесь, и тогда у вас автоматически в вашем личном кабинете появляется сертификат, что вы побывали на семинаре, и 2 часа засчитывается вам курсовую подготовку. Суммируйте эти часы, посещая семинар. Потом дополнительно, если не хватает часов, значит, получаете курсовые лекции. Но на этом мы с вами заканчиваем, коллеги, работать. Программа семинара у нас исчерпана. Следующее мероприятие у нас состоится в мае месяце. Последний заключительный семинар будет. Он будет проходить в очном формате и предполагает форму участия, это воркшоп. Поэтому я жду от вас предложений, кто бы мог выступить на этом семинаре и представить свой опыт работы, поделиться своим опытом работы с коллегами по данному направлению, то есть по работе с семьей, по формированию семейных ценностей. Можно и детские сады, и школы, и дополнительное образование, потому как мы все интегрируемся в одну общую систему образования. Поэтому подумайте, предложите свой опыт. Электронная почта, я сейчас еще раз вам напомню, напишу свою. Ну, в общем-то, я надеюсь на то, что многие знакомые. По фамилии. По моей aptinabk.ru. Так, ну, пожалуйста, коллеги, еще есть возможность у вас оставить свои отзывы в чате. Спасибо большое за оценку нашего мероприятия. Коллеги старались, готовились, поэтому, думаю, приятно услышать слова благодарности. Будем взаимно вежливы наши нравственные качества русского человека. Спасибо большое. Я отключаюсь. Но продолжаю ждать в чате ваши высказывания. Если у кого-то есть пожелание на следующий учебный год рассмотреть какие-то вопросы, я буду очень вам признательна, потому что сейчас мы уже начинаем планировать работу на следующий учебный год, и мне бы хотелось работать по запросам по вашим, удовлетворять ваши запросы, интересы, ваши потребности. Поэтому подумайте
напишите мне или на почту, или сюда в чат, какие бы темы вы хотели рассмотреть в следующем учебном году, как для детских садов, так и доп. Образования и школы по духовно-нравственному воспитанию. Спасибо, удачи, всего доброго. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Ну и тему, я бы сказала. Конечно, эта тема сейчас животрепещущая. Очень хотелось бы, чтобы такие были лекции, ну, хотя бы раз именно вот на эту тему. Я думаю, если мы участимся, то, может быть, мы добьемся какого-нибудь результата. И вот искать прям разных регионов, вот людей, кто занимается, чтобы как-то просвещать, учиться, взаимообучаться. Вот спасибо вам большое, что вы вообще это делаете. Спасибо всем лекторам. Огромное. До свидания. Спасибо. Ну, вы обратили внимание, что вот у нас постоянно действующие семинары, что у нас присутствуют почти на каждом семинаре коллеги из других территорий. Мы стараемся все-таки расширять границы нашего сотрудничества не в пределах области только рассмотреть, но и интересный опыт других регионов. Вот спасибо Марине Ильиничне, она сотрудничает с другими регионами тоже, и педагогов-практиков приглашали, которые выступали на наших мероприятиях. Спасибо за хорошие слова. Вот социокультурные стойки. Если кто-то желающий еще есть работать с этой программой, я делаю рассылочку, но через WhatsApp. Поэтому в чате укажите фамилию, имя, отчество или телефон контактный, куда вам можно отправлять информацию о проведении вебинаров по социокультурным стойкам в ДОУ. Те, которые у меня есть в чате, я им отправляю. Спасибо. А сертификат, Ольга Михайловна, то есть только сейчас проговорила, мы не даем. Все у вас появляется в личном кабинете в системе АИС. У вас ответственно, кто в вашей организации, подойдите к ним, посмотрите вместе. В вашем личном кабинете. Там отражается, что вы посетили наш вебинар. 2 часа длительность вебинара отражается там. Все. Еще вот хотел спросить, а запись вебинара тоже, да, будет? Не поняла. Даты, вы знаете, я, к сожалению, взяла где-то 15 мая, наверное. Но информационное письмо мы отправляем также. Да. А запись я выставлю там же, где будут вот все презентации, и ссылка будет активна на запись вебинара. Или можно просто в поисковике в Ютубе набираете название нашего вебинара, оно выскакивает. Буквально позавчера мы проводили конференцию, у нас работала площадка по аксиологическому, по поликультурному воспитанию. Запись тоже есть, тоже можете посмотреть. Тоже очень интересная работа секции была, поликультурное общество. Интересные материалы сегодня дала, новостную ленту, материал и презентации. И запись вебинара есть, этого мероприятия, наши площадки есть уже в Ютубе. Была прямая трансляция и запись. Я просто в поисковике забила поликультурное общество и сразу выдала все. Спасибо. А у вас есть группа в Ютубе или в Рутюбе? Есть группа. Канал Крипкру был у нас на Ютубе. Но сейчас я вижу на сайте нашего института этот канал, не видно его стало. А в самом поисковике в Ютубе, когда набираешь, там наши все материалы, все ролики записаны. Но здесь я сделаю вам активную ссылку, чтобы вы сразу выходили в новостной строке. Прошел вебинар по теме формирования представления нравственности как задача семейного воспитания. Там же будет презентация и будет активная ссылка. Еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Предлагайте свой опыт, жду. Спасибо большое. Ну все, я отключаюсь, если вопросов больше нет. А чат мы смотрим, еще пишем.
You are currently the only person in this conference.